Идем домой. Вот так, хорошо. Идем, идем, идем. У Сольцев. Теткина! Теткина! Ну чего, чего? Суд на все! Бегающий его родину! Ты чё? А? Где меня за человека не почитают? Кто? Они все бесстыжие. Раненые они. Ну так что ж, при тебе они робеют, а при мне? А я тоже баба. Ну какая ты баба? Баба я! Баба! Девка ты у нас. Девка. Баба! Ну, Танька, бывай. Мрозика не видала? Вон она! Да гордая обратно. Не могу я. А? Ехай. Ага. Но! Но, родимая! Но, миленькая! Но! Андреич! Андреич! Здорово! Принимай! Заходи! Акич, сгружай! Таня! Тань! Тащи! Факич! Ай! Куда этот комиссар потек? Командиру ихнему. Здоров. Здоров. Воевали вместе. Еще до ранения. Тоскует. Почем? По коням. Ладно, играет. Алешка Семенов. Слышь, Зотик. А? То пацан или девка? Который, это что ли? Он тут. Пацан. Факт, пацан. Не. Да пацан. А зачем юбка? А парки потерял. Ну чего? Чего стало? Отпилили. Сперва пальцы, потом ладонь. Чтоб стрелять не мог. А я левша! Левой стреляю! Во дела. Ну-ка. Thank you.
Факиш, куда это все? Олеша их знает. А ну дай. Чего там? Покойник. Кулаки хлеб зажгли, а он хотел загасить. Его вилами. Хороший был человек. Не то чтобы умный, а так хороший. Не любил я его. При себе держи. Не любил и все тут. Про тебя бы так, если подох. Мели, не жалко. Заткнись. Чего? Заткнись, говорю! А ну, держи. Где он? Кто? Упокойник. На телеге? А тебе чего? Так. Чудная. Я ж говорил, она девка. Кони как? Чё кони? Кони как кони. Иди, иди, выпьем шена. Да звать-то как? Кого? Ее. Да откуда я знаю-то? Не. Без имени не могу. Не могу, не могу. А еще по бабам говорил, по бабам. Коней пои! Вали! Вали, вали! А, пошли! Зашибло окаянные! Уйди! Убью! Клизма!
Откуда мне знаешь-то? Знаю. Откуда? А мы к вам в продотряд белье возили. Ты на... А ты меня помнишь? Чего? Щекотно. Шевелись, жди тут. Поняла. Семенов! Ну! Ты что там возишься? Иди ты. Ты что, стекла нажал? У меня девка там, а. Ври толще. Ей-богу. Покажешь. После. Ну, покажешь. Иди ты. А кони где? Траву жрут. Сыщи. Мерси покорно, я поил искать твой черед. Давай сыщи. Это отсюда. А куда? Куда-куда? Разберемся. Тебе покажу. Ой. Красиво. Лидия, кто пришел? Собачка? Собачка, иди ко мне. Миленькая моя. Иди отсюда! Зачем ты так? Зачем? Боец, куда же ты? Куда, куда? А никуда! Пусть не касается! Тебе звать-то как? Таня. А я Алексей. Ну вот и ладно, вот и знакомствуемся. Жди у пристани, завтра приду.
Спасибо. Давай поцелуемся. Гляди, солнце. Да ну его. Не-а. Чего это? Медведь. Корова это. Медведь это. Корова. Разве медведь без лап-то бывает? Не бывает. Верно. Не, с лапами хуже. Ой, Лёш, я же рисую. Рисуй, рисуй. Алёша. Рисуй, дура. Здрасте. Дрянь, брошка. Сломалась, что ли? Давай склею. Лапами хуже. Ага. Чай есть? Есть. Садись. Подвинься-ка. Пей. Ты чего? А я влюбилась. Да ну. Ибо. И в кого же ты влюбилась? В Алёшку, программиста. Помнишь из продотряда? В какого? В этого Конопатова. Ну и пусть Конопатый. Конопатый да мой, верно? Эх, Танька, марксизм тебе нужен. Марксизм, марксизм, марксизм и опять марксизм. О. Игнатич, а? Это хорошо, что я влюбилась-то. А чё худого-то? Любовь – это факт, и факт материалистичный. Чё мы дело-то? Игнатич, а ты когда-нибудь влюблялся? Было. Ну и как? Ну хорошо было, чего говорить. Хорошо? Вот. А Факич, когда-нибудь влюблялся? Влюблялся. Ну, будет, будет. Ой, товарищи, а я ведь ничего с собой-то, а? Это как? Точно, это сыскать. Ты чего, а? Игнатьич. А где ты Конопатый? Да ну, с чего ты взяла? Конопат, Конопат, глянь-ка! Да ну. Конопаты, Конопаты. Ну, бывайте, товарищи. Пока. Слышь, Вакич,
Конопата я. А ведь что-то есть. Ты вот чего. Ты о роже своей заботишься, а ты об ней не печалься. Ты как сейчас с девкой-то разговаривал? А как? Любовь — это факт. Ты на что человека нацеливаешь? Ну? На жизнь. Жизнь? Это как понимать? Жизнь. Буржуи живут, а мы боремся. Эх ты! А еще комиссар. Игнатич! 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 Слышь, Игнатич, подъем! Подъем, тебе говорят! Царя шлепнули! Какого царя? Сия Руси, читай! Вот тут. Да. Вот мир повернулся. Кто бы мог подумать? Самого царя. Ловко? Ловко. Держи. Да держи. Ну, будь. А по мне, затолкать бы их всех в одну яму. Генералов, банкиров, шлюх, царей, спекулянтов перемешать и пулеметом их, пулеметом, чтобы очистить народ, как из бани. Уж очень кровищу ты любишь. А без крови как же? Без нее ведь революции нет. Да нет-то нет. А хорошо бы поменьше. Чего? Кровище. Слышь, Игнатьич, так ведь черти куда можно зайти. Ты думай. Сперва крови много, после как бы кого не обидеть, этак глядишь и всю революцию просадим. А тебе доводилось человека убивать? Я целый поезд бабахнул с генералами. Это не то. Так, чтоб в глаза друг дружке глядеть убивал? Скажем, нет. А я убивал. Так ты ж врагов убивал! Врагов! А страшно. Ты садись, садись. Хороший ты человек, Игнатич. Люблю я тебя. Но какой из тебя комиссар? Сыроват, крепости в тебе нету. Ничего, отожмем. Вырастешь. Крепости, говоришь, нет? Нет. А ты знаешь, где я до фронта служил? Где? В рефтрибунале председателем. Ну? Маузер у меня был. И знаешь, как меня уважали? Как? Умником звали, советовались. Не все, конечно, но советовались. По фуражу, по хозяйству, по военной части. Актеры ходили, тоже советовались. Вначале-то мне дураку лестно было. А после смекнул, что ходят люди советоваться не ко мне. А к кому же? К Маузеру моему. Эко дело. Боялись люди. Боялись, и хорошо. Да приучать людей к страху вред! Ну, поди потом разбери, где страх, а где правда. Ох, Игнатич, не то говоришь. Верь коммунисту, не то. Пропадешь. Диктатура, она диктатура. Воевать тебе надо, воевать. Прочись ты здесь, а. Прочись. Воевать это верно. В огне броду нет. О! Значит, любишь меня? Люблю. Верно слово? Люблю. И очень. Очень. А у
меня как? Пулеметы, не пулеметы, шашки наголо и убой. Рубай! Тоска с тобой, Танька, тоска. Ни смех в тебе, ни слез. Поженишь, что ли, а? Может, повеселеешь? Ну так как? Солнышко садилось за рекой окой, ай, а мальчонке снилось. Алёша. Чего? О чем ты, дочь, говорил? Обо всем говорил, как полагается, говорил. Поженимся, говорил. Чего? Поженимся, говорил? Нет. Об чем, об этом у нас разговору не было. Не было. Красноармеец храбро идет в бой. Ой. Солнышко садилось. Эй! Завтра в 3 приходи! Сюда же! Расселись. Ничего, чего? Братишка, куда санпоезд подевался? Куда ему деваться? В рейс ушел. Вернется скоро? Может месяц, может более. Война ведь теперь. Вот дело-то. Товарищи, а я ведь замуж вышла. Опять? Ну, знаешь, барышня, ты даром время, я вижу, не теряешь. Я серьезно. Да будет, Володь. Я серьезно. Коль! Здрасте, купание. Здоров. Как вас величать изволите? Величать-то? Колька. Откуда вы? Мы-то? Мы из Акуловки. Что ж, милый человек, из деревни-то сбежали? Обобрали. Кто обобрал? Кто? Вести им, а кто? Большевики. По что пьешь? А, из оглобель в оглобли. У ребенка в животы с голодухи лупятся. Жена оглохла. Так ты женат? Ну а как же, мужик, и вдруг без жены? А куда ж ты ее подевал? Кого? Разлюбил. Ее? Жену. Жрать нече. В город подался, опять нече. Вот, слава Господи, ее встрела, она сказывала. Вы тут и паек, и жалование аккурат даете. Так я... Так, а и нет. Так. Да как, начальник? Паёк аккурат даешь, а и нет. Могу кучером, могу кашу варить, столярить. Да как, начальник, даешь, а и нет. А. Даю, даю. Тады подходит, тады я остаюсь. Мария! Мария!
Да здоровый я. А мне видней, здоровый ты уже или нездоровый. Плотников. Слышь, Плотников. А чего-чего, Плотников? Чего делаешь-то? Куру. Сыпани. На. Вот оказия. Гулял тут с одной. С санитаркой. Ну? Жениться решил. А-а-а. Баба. Как баба. Только что некрасивая. Ишь ты. Кому не нужны красивые-то? Тощие только она у меня. Дай курну. Бывает. А кому не нужны толстые-то? Вот и я говорю. Да. Любовь ведь она как? Она ведь не смотрит. Красивый или дурной. Втюрился и конец. Вот и я говорю. Глупа только, вот чего. Беседовать не об чем. А кому не нужны умные-то? Однако не те... Вот и я говорю. Говорю, говорю. Собрали тут жмуриков. Об жизни поговорить не с кем. Не говоря уж об смерти. Подъем! Подъем, подъем! Танька, приехали! Подъем! О, народу-то народ еще. А? Неужто все покалечено? Вчера еще все целы были, а потом как взяли кольцом, обошли, все полегли, и только я, Коля. Я один виноват во всем. Ну какой из меня командир? Давай, давай вагон! Братик! Покись! Братик! Давай-ка быстрее, быстрее! Тебе говорят, мандат есть цеплять? Мандат? Комиссар! Я в Стрюков! Слушай, нет, иди ты откуда пришел. Пусти! А то... я тебе вторую ногу оторву! Я тебя оторву! Ну ладно. Вот я убью тебя сейчас, дедушка, а мне Фрунзе за это еще благодарность вынесет. Это шагит вагон политуправления. Кумекаешь? Ну, ежели так, то, тогда другое дело, ежели Фрунзе. Чего ж ты сразу-то не сказал? Давай, давай. Так. Держу, держу. Куда посторонним не велено? Я что, я посторонний? Мать я ну его! Ну что, мать не велено? Ты сторон сколько? Сколько ездим, такого не видывала. Разве всех перевезешь? Ехать!
мать не впусти. Не велено. Приказ. Во-во. Завсегда вы так. Вам мать-то дешевше приказу. Уймись, Контра! Убью! Кинь! Спешить-то. Нога это не казенная, на ей ходить. Жгут и повязки. Кончился. Отошел. Вот жизнь. Был мальчонка, нет его. Держи, не желаю я тебе ногу чинить. Кто вчера мать не впустил? Кто? Мальчонка без матери помер. Не пустил и опять не пущу. Не велено. Ишь, генерал, да кем не велено-то? Рабочей властью. Вона, слыхали? Властью. Людями надо быть. Людями. Людями? Вон ты куда чума гнешь? Против класса? Товарищи, да это же сэр. Кто эсэр? Я эсэр? Да я всю жизнь в батраках. Я сэр. Я большевик! Ты-то! Я-то! Я хоть сейчас в эту партию! Да ты знаешь, гнида, что есть партия! Братишки, он драться лезет! Ты, комиссарий-то, брось! Этот митинг – лазарет. Соснуть невозможно. Привыкли замахиваться-то. Ишь ты! Ты с кем говоришь-то? Ты с народом говоришь! Видали? Народ! Народ! Сокрушу, гнида! А кто, а не так? Вот ты, скажи, скажи. И ты, эсэр! А ну! Становись в ряд! Кто тут эсеры? Большевик, эсер, все бабнут, все власть любят. Да он не то что эсер, он и кадет, он из ЦК эсеров! Похищ! К стенке его! К стенке! К стенке! Что же вы, братцы, большевика от эсера отличить не можете? Кто кровь проливает? Кто об каждом печалится? Кто? Без любви прожить не получится, а с любовью жить только мучиться.
А с любовью жизнь только мается. Почему же так получается? Подъем. Ну ладно, зябнуть. А ты чего? Иди спи. Слышь, Игнатий, а чего за границей советской власти нету? Али они глупее нас? Иди спи. Ну так как же, Игнатич? Селенок, видать, у них маловато, да и живут получше нашего. Не приспичило еще, не приспело. Не балуй, Мария, не балуй, не балуй. Поняла. Ну, поняла и хорошо. Скорее бы, Игнатич. Скорее бы уж мы победили. Трудно, Игнатич. Скучает народ, скорее бы. Иди спи. Ведь ты правду тогда сказал. Не будет этого. Чего этого? Чтобы все счастливые были. Вот ты, Игнатич, ты никогда не будешь счастливой. Это еще почему? Потому что глаза у тебя не те. Да! Эх, Танька, Танька. Учишь вас, учишь материализму, а вы все свое. Глаза не те. Не те. Ты почему не комсомолка? Не знаю. Не знаю, а ты готовься. Приедем в Сергеевск, я тебе рекомендацию дам. Глаза не те. Туго мне, Танька. Туго. Прокис я здесь. На фронт мне надо. В огонь. А кто ж комиссаром? Кто? Факич. Я ей рапорт отдал. И чего? Отпустили. А мы-то как же без тебя? Алёша! Успел помочь. Приехала. Значит, приехала.
ты ничего. Красивее стала. Ты чего? Чего уставился? Я хуже их, что ли? Хуже. Призор! Родной ты мой, родной, родной. Ты вот что, Танька, ты уж решай, и он, и я. А так не пойдет. Алеша, господи, люб ты мне, как ты мне люб. Здрасте. Люб! Нравится? Нравится. А вы кто будете? Я-то? Угу. Художник. Разумеешь? Ага. Слушай, девочка, пусть-то. У тебя что-нибудь покушать не найдется? А? Давай тащи. Я сейчас. Ничего, пригорело только. На пол поставь. Вас как звать-то? Теткина. Как? Тань, Теткина. Хочешь порисовать? Теткина. Угу. Иди раскрась сюртук. Ну, валяй, Теткина, художником будешь. Угу. Давай, давай. Да я ведь художником стала. Художником? Ага. Больно? Драчун ты мой милый. Коль! Ты куда? Ухожу я от Маньки. А чего? Изглодала всего, хоть вешайся. Мне ласковый говорит. И что захотела, дура? А куда ж ты теперь? Присохлеб племяннику. Перезимую. А по весне домой к бабе своей, к ребятишкам, была. Ага. Хлеб сеять надо. Коля! Николай! Таня! Таня! Слышь? А! Моей кланяйся! Кланяйся, говорю, моей-то! Я ей там в чулане на конике сальце оставил, была. Кто таков? Ну? Скорее бы. Чего? Скорее бы всемирная революция. Чего-чего?
трудно, Алеша. Бедует народ. Скорее бы. Вот вам, хлебайте. Ну, как? Ничего. А это чего? Это солнце. Да не, что это солнце. Это колесо. Колесо. Солнце это. Не. Солнце. Вон и где солнце. А это нет. Ничего ты в нашем деле не понимаешь, Факич. Ну вот чего, ты, девка, не умствуй, а рисуй как есть. Не умствуй, не умствуй. Поняла? Слушай, Факич. Поняла. Ты своим делом занимайся, сюда не лезь. Действительно. Учу ее я. Я художник. Ты художник, а я комендант. Лё, пришла. Пусть ждет. Бабе надо терпеть. Алеша! Пойди отсюда. Ты чего это в драной вырядилась? А кофта где? Продала. А деньги? Чего это? Кому это? Тебе. Ты прямо скажи, не хочешь жениться? Не знаю я. Страшно мне. Третьего дня Кашне подарила. Но не костюм. Боюсь я ее. Дела, 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 дела. Может, больная она? Кто? Она. Кто она? Танька. Психическая она. Верь слову психическое. Будет, Семенов, спи. Верь. Намедни три пачки махры принесла. А? Ага. Во. Фрол Факич, а, Фрол Факич? А ну, поди сюда. Чё? Ты глянь, что она делает. Это ж занятно. Ей-богу, занятно. Рисуй, Танька, рисуй. Это дело хорошее. Только ты наши давай, по-ядрёней, по-большевицки. Знаешь, тёткина, это ведь хорошо. Это мне даже нравится. А не врёте? Не вру. Это еще что? Я вот картину скоро нарисую. Вот это да. Что-что? Картину. Тогда увидите. А это что? Это ерунда. Чепуха все это. Слыхал? Картину скоро нарисует. Нарисую. А? Угу. Угу. Не хвастай.
Сядем. Кончим войну. В Москву поеду. Техником стану. Алёша. Угу. Ты в пекло не лезь. Стыдно, тёткина. Стыдно. Кругом революция. А ты? Стихи написала. Угу. Хорошие стихи. Лермонтов сочинение. А я ведь не еду. Остаюсь в лазарете. Давай, давай. Нету у меня. Вали отсюда! Не забудь. Тут белье теплое, табак и пшено. Давай. Вот. Возьми яблочков. Вот. Помни ты обо мне, пожалуйста. Ну как? У тебя что-нибудь еще посмотреть есть? Угу. Давай.
так. Спи, теткина. Поздно. Да не бойся ты. Я уже влюблена в другого товарища Мастенко. Дура ты, тетки. Дура. А может быть, чудо. Это я тебе говорю. Мастенко. Ты береги себя, теткина. А ну-ка, глянь-ка. Ну-ка, пустите!
Игнатьич, ты чего? Игнатьич! Чего это ты, Игнатьич? Слышь? Ничего, ничего, ничего. Чего это с Игнатьичем нехорошо? Легче, легче. Дурень, куда ж ты с седлом? Это ж пехота. Он там один без меня. Пусти! 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 Пошли наши реки.
Комсомолка. Комсомолка. Работала в санитарном поезде. Да. Кем? Санитаркой. Родители есть? Нету. Кем же ты хочешь стать в этой жизни? Художником. Так. Стало быть, художником. Скажи, какая из этих икон тебе больше нравится? Какая из этих икон тебе больше всего нравится? Вон та. Покажи. Вот это. Правильно. Отец Порфирий, хозяин этого дома, невежда. Поэтому икона плохо висит. А ведь ей цены нет. 16 век. Ты русская? Русская. Россию любишь? Люблю. И я люблю. Любим Россию. А что происходит? Ты знаешь, у нас в России. Революция. А зачем? Ты себя спрашивала. Ну, что еще? Привели, господин полковник. Давайте его минут через 5. Слушаюсь. Зачем? Ну, говори, говори, не бойся. Ну? Чтобы всех мучителей погубить. Садись. Садись. Ты веришь, что придет такое время, когда людей перестанут мучить? Верю. Значит, ты веришь во всеобщую гармонию? Во что? В благодать. Во что? В благодать. Не понимаю я. Ну, когда всем будет, значит, хорошо. Верю. И ради этого пусть брат убивает брата. Русская идет против русского, ведь так? В огне пруда нет. Нету, 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 нету. Нет? Нет.
ты знаешь, в тебе вера. Вера. Так, вера в тебе. Да. Так. Ну, а за веру нужно страдать. Ты готова страдать? Как это? Ну, вот пострадать. Когда? Завтра. Хочешь сегодня? Как хочешь. Завтра. Боишься? А? А если я тебя отпущу? Хочешь? Ну? Отпущу, отпущу, если только хочешь. Хочу. Ведь я тебе, девочка, чуть не поверил. Как это? В веру-то в твою. А веры-то и нет. Есть. Нет веры-то. Есть. Нет. Есть. Не трожь! Не касайся! Тихо! Прячься домой! Тихо! Не трожь! Не трожь! Вот видишь, девочка, вот такие тебя учат и будут управлять тобой. А чего же? У нас есть люди и пограмотнее, большие есть люди. А, Танька, верно я говорю? Да. А ты, девочка, иди. Иди. Сягин, отпусти ее. Она свободна. Иди, иди, иди. Иди, милая, иди, иди, голубок. Иди, тебе говорят, иди. Так надо. Ну. А наших увидишь, кланяйся. Давай, давай. Привет, мол, от Фокича. Иди, иди. Давай. Сидоренко, пропусти ее. Ну вот что, ваше благородие, ты спрашивай, да поживей. Некогда мне. Ишь ты какой сердитый. А, моя воля, я вас всех в одну яму и пулеметом. Ну это мы пулемета. Слышали, слышали. Ближе к делу. Ну к делу, так как стоишь, мерзавец? Полящук, Щеготов! Сидоренко! Thank you.
Вставайся, гад! Вставайся! Вставайся! Сядь!